В картинной галерее Черкесска открылась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Муслима Богачева, Ларисы Чумаевой, а также их детей Умара и Алины. Что вдохновляет мастеров, искусство для занятия творчеством, какую технику они используют и направление в работе, смотрите в репортаже Альбины Ламковой. Тема работ на представленной семейной выставке мастеров декоративно-прикладного искусства разнообразна. Необычные картины на коже завораживают представленным сюжетом на них. И непременно возникает желание примерить национальное карачаевское платье с золотошвейной отделкой, женские платки и шапочки. Художник и педагог Лариса Чумаева с детства любит вышивать. Со временем хобби переросло в профессиональное дело. Лариса освоила шитье национальных костюмов, занялась изготовлением войлочных изделий и росписью на коже. В большей части в сюжетах ее картин – природа Карачаева-Черкесии, горы Домбая, Тиберды. Сейчас в ее творческой копилке десятки работ. Освоив новую технику, Лариса создает декоративные картины масляными красками на шкурах. Муж Ларисы, Муслим Богачев, работает с деревом, оформляет картины, а еще делает мебель из корнепластика. Идеи жены всегда поддерживает. А как иначе? Вместе они занимаются любимым делом. Муслим поделился, что кто-то ходит на охоту в лес, а он за корягами, преобразуя их в прекрасное изделие. С детства тоже я дерево люблю. В детстве я умудрялся делать качественные луки, продавать их. Ученики есть у меня. Дети Муслима и Ларисы все чаще стали проявлять интерес к занятию творчеством. Сын Умар учится у отца выжигать по дереву. А еще помогает оформлять рамы на картинах из шкур. А дочь Амина занимается росписью по ткани и обучается мастерству плетения из войлока. Сначала с Умаром начали рисовать. Потом я начала шить. Потом вот последняя моя работа была войлочное изделие «Бичкен Кис», мой пазл. Я люблю лепить всякие фигурки там, рисовать, ну и спортом заниматься. Одна семья, четыре взгляда на свое видение в искусстве дают хорошие результаты. Тандем выставки Богачевых, родителей и их детей получился колоритным, многоликим и впечатляющим для гостей. Работы веют теплом и продолжением национальных традиций с одной стороны, а с другой – современностью. Ее вносят дети. Мы приехали с Карачаевска, чтобы посетить эту выставку. Хочется отметить уникальность каждой работы, неповторимость. Вот картины не повторяются, очень красивые, интересные. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, «Вести Карачаево-Черкесия».